Я играю в эту пиццерию, я захожу через вход, вижу два человека, пора стать кассиром, в окно приехал еще один человек, что тебе надо, пиццы или спрайта, я смогу сменить мозг на сложный, не хочу, я перехожу в следующую дверь и ставлю поваром, это пекарня, здесь можно на спрайте подорваться. Бах! Я нашел бах, я могу через конвейер перелез без дерева, круто, ахаха, я перелез тупо, можно купить подарки, поступаю. Я сейчас уволю менеджера. Я поехал относить пиццы, я поехал работать с фасадчиком, я поехал домой отдохнуть. Жмите сейф, но я не могу жить сейф. Все, я поспал, пора играть на жестком муле с пидором. Сейф, ой, я вам это покажу. Всем привет! Все, я прошел на харде, всем пока!